Не нужно изобретать велосипед. Знакомая фраза. Конечно, не нужно его изобретать, ведь велосипед был известен человечеству еще со времен Леонардо да Винчи. Именно тогда чертежи велосипеда были замечены в его эскизах. В переводе с латинского «велокс» означает «быстрый», а «педис» – «ноги». По-настоящему велосипед начал совершенствоваться и набирать популярность с начала XIX века. Прообраз велосипеда представлял собой два обитых стальными обручами деревянных колеса, которые соединялись с скамеечкой для сидения. Вес всей конструкции составлял приблизительно 125 килограммов. Для сравнения, современный велосипед весит в среднем 12. Как мы видим, с тех далеких времен многое изменилось, но стремление к улучшению своего железного коня все же осталось. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за велосипедом и какие тонкости нужно соблюдать. По нашему опыту, большинство веловладельцев месяцами не моют свои велосипеды. И если бы существовал некий клуб «Грязнуль», мне кажется, он был бы весьма популярен. Но мы не из такого числа, мы предпочитаем кататься на чистых, исправных велосипедах. И сейчас мы вам продемонстрируем довольно-таки легкий способ, как можно ухаживать за своим велосипедом, содержать его в чистоте. Мы продемонстрируем технологию мытья велосипедов на вот этих двух замечательных красавцах. Нам понадобится вода, моющее средство, специальное велосипедное, парочка специализированных щеток. Возможно использовать воду в ведре и губку. Хотим вас предупредить, ни в коем случае не используйте мойки высокого давления, так как они приводят подшипниковые узлы в негодность. Мы поливаем велосипед, смачиваем все грязные места. Для тех, у кого нет под рукой шланга с водой, можно использовать ведро и вот эту замечательную щетку. Еще раз говорю, мы просто смачиваем грязь. Не растираем ее по велосипеду, чтобы не нарушать красоту лакокрасочного покрытия. Теперь берем моющее средство и опрыскиваем им велосипед. Ждем несколько минут, пока моющее средство разъест грязь. Теперь мы вот этой большой мохнатой щеткой почистим весь велосипед. Также маленькой двойной щеткой удобно очищать между спицами. Теперь мы будем смывать моющую жидкость. А теперь берем микрофибру и протираем велосипед насухо. И наш велосипед стал чище, чем был в магазине. Теперь его можно даже поставить на кухню. Жена не будет ворчать. С любовью ухаживайте за своими железными конями, а ремонт и обслуживание доверяйте профессионалам. Велосипедная компания «Даутов Брос» предлагает широкий модельный ряд велосипедов и аксессуаров. Профессиональный подбор, высококачественная предпродажная подготовка и регулировка. Приезжайте на Репина 5Б. Телефон 346-9070. Сайт dautovbros.ru.